Более 2000 человек приняли участие в шествии бессмертного полка 9 мая в столице Таджикистана. С георгиевскими ленточками и портретами своих родных, воевавших на фронте и ковавших победы в тылу, прошли воины-интернационалисты, ветераны труда, жители Душанбе всех возрастов, соотечественники, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества. Мы попросили душанбинцев рассказать о том, с чьими портретами они вышли на бессмертный полк. Всех с праздником Великой Победы! Мы сегодня здесь на бессмертном полку. Мы несем фотографии нашего дедушки Камидова Шавката Хамидовича. Он прошел всю войну, имел несколько ранений, дошел до Кёнигсберга. И в этот день мы всей семьей здесь, мой сын сейчас пошел за водой. Вот. Всех с праздником Великой Победы! Нас много, и победа будет за нами, все будет хорошо. Так, сегодня у нас, значит, бессмертный полк. Я пришел, я сам являюсь ветераном войны в Афганистане, а вот как видите, портрет моего отца, он воевал на фронте против фашистских захватчиков. Рядом со мной находится мой внук. Мы пришли сегодня на шествие и хотим вместе отметить и День Победы, и бессмертный полк. Это праздник со слезами на глазах. Сегодня у нас в Таджикистане бессмертный полк. Я иду с портретом своего отца Набиджон Сатури, который прошел от Москвы до Берлина, завоевал для всех, для нас, для нашего будущего. Вот такую свободную жизнь мы благодарим. Всех, кто участвовал в этих боях, пусть светлая память будет их, и мы всегда будем помнить их подвиги, их героизм. Меня зовут Инна Сафиуллина. Я сегодня со своим дедом Рафиком Султан Абдурахмановичем, который воевал разведчиком, прошел всю войну, но, к сожалению, не вернулся живым.